Убирайся! Монстры в подвале. Я все равно умру. Успокойся. Я не собираюсь. Спасибо. Дойне, посмотри мне в глаза! Ты видишь свою смерть. Я вижу слепого фанатика, который вот-вот погибнет. Молчи, предатель. Ты убивал слишком часто. Настал час возмездия. Ейвин, ты своими дурацкими лозунгами можешь промывать мозги молодым эльфам. На меня это не производит впечатления. Я ошибся в тебе. Не надо было с тобой разговаривать. Какой бой! Есть безопасный путь в монастырь. В канализации опасно. Возьмите мой ключ. Спасибо. Вы Риггер. Геральт, там действительно Риггер. Надеюсь, у него не было времени дать потомство. Слухи ходят лишь об одном Риггере. А насколько мне известно, для потомства нужны как минимум двое. Риггеры гермафродиты. Какая мерзость!
Я знаю, что ты не веришь в богов, но... Какой прок от веры? Хорошо. И снова меня ранили в ногу перед последней великой битвой! Оставайся здесь. Солдаты Фольтеста будут здесь с минуты на минуту. Я соберу рыцарей, что остались верны кодексу ордена. Стоять! Прохода нет! Приказ великого магистра! У меня дело государственной важности. Убирайтесь! Великий магистр желает уединения! Простите, вы не оставляете мне выбора. Вот эти люди едят со мной, греются у моего огня и счастливы, что далеки от хаоса войны. Не думай, что при виде женщин и детей я отстану от тебя. Я не обманываю. Грядет белый хлад, катаклизм, который погребет мир под снегом и льдом. Каждую ночь... Мне снятся ледяные пустоши, смерть цивилизаций. Знаю пророчества и тлины. Катастрофа неизбежна. Короли воюют, чтобы расширить влияние, а эльфы — борцы за безнадежное дело. Миру нужен спаситель, избранник судьбы, тот, кто зажжет сердца людей. Ха, ты спаситель мира? Идем, я что-то покажу. Люди слабы, люди склонны творить зло. Я создам человека, закаленного в вечном огне. Кончил, если да, то... Не веришь? Не твоя вина. И я иногда... Но сейчас вижу ясно. Узри!
Глупые фокусы. Это непростая иллюзия. Где мы? Увидишь. Это заледеневшие башни Визимы. Оставь свои бредни, Альдерсберг. Что тебе нужно? Ты должен понять мой план. Должны ли мы Избавь меня. Пойми, Орден и Саламандры хотели спасти человечество. Все преступники оправдываются благими целями. Мы еще вернемся к этому разговору. Но прежде всего, смирение. Вот что тебе нужно. Тебя ожидает неожиданное. Как ты попала сюда? Ты сильнее, чем считал великий магистр. Ты меня призвал. Как? Великий магистр открыл для тебя картину будущего, рожденную в его сознании. А ты привел с собой собственные видения и собственных призраков. Значит, это все не на самом деле. Это больше, чем сон. Если ты умрешь здесь, твоя смерть будет вполне реальной. Я пойду с тобой и буду помогать тебе моей магией вызывать молнии. За нами идет убийственная пурга, а за ней уже ничего, только смерть. Thank you.
не меняешься. Снова возник неизвестно откуда, чтобы убивать людей. Каких людей? Ты, как всегда, говоришь загадками. Полюбуйся на то, что осталось от человечества. Жалкие люди, обезьяны, достойные лишь презрения. Некоторые из них – мои собственные правнуки. Они люди? Белый хлад превратил людей в животных, которых волнует только еда и размножение. Ими руководят инстинкты, как той толпой, от которой ты некогда спас меня. Я благодарна. Прими мой дар. Наших деградировавших потомков. Какая связь? Мне привиделись страшные вещи. Ты настолько сильно веришь собственным видениям? Многие из одаренных предвидели белый хлад. Глобальное охлаждение неизбежно. И какой Я был уверен, что кто-кто, а ты меня поймешь. И лишаешь их права самостоятельно решать, что им делать. Я слышу стенания всех погибших. Убил меня. Ты хорошо сражал. Я знаю. Я пришла, чтобы сражаться рядом с тобой. Наконец поймешь, упрямый ведьмак. Человечество исчезнет, а те, кто уцелеет... Какой еще к черту план? Хлад придет с севера. И вас... Да. Откуда? Я... Ты... Thank you.
Мы могли остановить безумие великого магистра. Убийство и терроризм. А ведь мы были правы. Ты слепо помогал ордену, таков уж ты. Хватит. Дима, я доверяю тогда в...